Глава государства Нурсултан Назарбаев получил письма жителей Карагандинской области, пострадавших от весенних паводков. Как сообщили в пресс-службе Ак-Орды, авторы поблагодарили президента страны за помощь, оказанную им в самые трудные минуты их жизни. Перелистала страницы альбома с письмами и наша съемочная группа. Карагандинцы, пострадавшие от весенних паводков, поблагодарили Нурсултана Назарбаева за новое жилье и личную поддержку. Многочисленные письма, собранные в альбом, были направлены лично главе государства. Авторы отмечают, что помощь им была оказана в самые трудные минуты их жизни. Тогда, 6 месяцев назад, большинство из нас остались в буквальном смысле без крыши над головой. Все то, что мы копили многие годы, строили по крупицам день ото дня, в одночасье превращено в страшное месиво и стало совершенно непригодным. У многих из нас на руках были маленькие дети, старики, говорится в письмах. По поручению главы государства новые дома для пострадавших должны были быть сданы до холодов. В письмах жители поделились своими переживаниями. На их взгляд, уж слишком нереальными казались сроки. Сегодня, когда мы живем в новых, теплых, уютных домах, которые намного лучше наших прежних, и нам не страшны приближающиеся холода, мы понимаем, насколько обоснованы были наши опасения. Напрасно было сомневаться, когда вы лично приняли участие в нашей судьбе. Вы еще раз доказали, что для вас нет важнее задачи, чем благополучие граждан. Благодарны президенту страны и всем казахстанцам за внимание и участие в их судьбах жители поселка Габидена Мустафина. На сегодняшний день все дома построены в полном объеме. Заметно преобразился внешний вид поселка. На улицах вместо старых землянок выросли целые ряды красивых современных домов. Жители отмечают, что о таких домах они даже и не мечтали. В 10 часов утра начала приближаться, в 11 у меня уже дома было выше пояса воды. Елена Киблер до сих пор не может забыть день, когда ее дом практически ушел под воду. Теперь в пятикомнатном новом доме у каждой из ее трех дочерей есть отдельная комната. По словам женщины, новое жилье не идет ни в какое сравнение с прежним. С гордостью показывают свои теплые просторные дома и другие жители поселка Габидена Мустафина. Батагоз Батырбекова, Айдос Садыков, 5 канал.